Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Холодный ветер, бледный ветер, обтянет красные ладони. И льется мед огней вечерних, и пахнет сладкой ухолвою. Ночной пирог несет сочельник над головой. Мам, как вкусно пахнет! Сынок, но Рождество завтра, а сегодня сочельник, и до первой звезды есть нельзя. Вот скоро прилетит папа, и тогда будем ужинать. Может, уже есть? Подарки детям в чулочках вешают. Прам? Это за границей. А у нас в Отечестве под елку кладут. Едят! Аэропорт закрыт. Иди за сметаной. За сметаной. Почему ты так думаешь? Жизненный опыт. Вот этот не за сметаной. Мальчик за ней. Я же говорил. Сметану. Ой. Ничего. Жаль только, что сметана пропадет. Мяу.
сейчас. Поставь на место. Я хотел накормить. Там сметана. Наш кот всегда сыт. Мяу. Я знаю. Я знаю, где голодные. Там. За мной! Спокойно, товарищи, расходимся по одному. Смотрите, первая звезда! Спасибо. Пожалуйста, пожалуйста. Вкусно пахнет. Вот прилетит папа и будем ужинать. Мама, здесь крошечный Христос. Верите, поймите. Вот уже ответили. Ну, здравствуй, это я. Слава вышних Богу и на земле мир, в человеце благоволение.